занимаемся аддитивными технологиями в ВУЗе. Есть лаборатория, которая на сегодняшний день наполнена промышленными установками, которые здесь показаны на слайде. Много непромышленных установок, и мы пытаемся это все достаточно эффективно использовать, в первую очередь в интересах промышленности, ну и не только. И этот опыт, опыт уже больше 10 лет совокупный, он нас подтолкнул к тому, чтобы заниматься, в первую очередь выявлять и заниматься актуальными вопросами, связанными с цифровыми технологиями, аддитивными в частности. И на сегодняшний день наша картина восприятия вот такая, то есть то, что мы уже делаем, это использование технологий промышленных, это моделирование процессов, это печать, то, что сейчас популярно, оптимизированных конструкций под аддитивные технологии. И наши планы развития – это новые инструменты по функциональному проектированию, увеличению эффективности использования технологий аддитивного производства и учет стоимости, новые инструменты учета стоимости производства аддитивным способом. Я думаю, что здесь многие обладают тоже опытом работы с промышленными установками, и, наверное, вы со мной согласитесь, что на сегодняшний день вот та среда, с которой сталкивается эксплуатант промышленного принтера, она, ну, непростая. Она разбита на отдельные этапы технологической подготовки. Это связано с использованием разных программных продуктов. И вот эта концепция, которая до сих пор актуальна, она нас подтолкнула 5 лет назад заняться собственными разработками собственных алгоритмов и программ. В первую очередь мы это делали для себя, чтобы те установки, которые у нас есть, как-то, значит, научиться ими управлять более эффективно, сократить свои издержки. И вы сформировали в первую очередь тоже для себя, что мы хотим получить некую единую информационную среду, которая бы нам позволила все это делать. Оптимизировать, сократить, увеличить эффективность. Ну, безусловно, есть базовый функционал, который должен быть реализован, который реализован во всех программных продуктах. Это инструменты компоновки, инструменты проектирования и генерации поддерживающих структур, когда мы говорим в первую очередь про печать металлами, про SLM технологии и генерация управляющих программ. Ну, я кратко просто покажу вот в нашем интерфейсе, как это реализовано. Есть простые операции по компоновке, значит, для неметаллических порошковых технологий компоновка и автоматизация компоновки. Значит, эти инструменты, они с элементами, как я сказал, оптимизации по разным параметрам. Мы непрерывно работаем над тем, чтобы совершенствовать этот инструментарий. Соответственно, как эксплуатанты промышленной порошковой установки, мы, значит, сами постоянно сталкиваемся с перерасходом, с тем, что нам хотелось бы сократить свои издержки на этот процесс. Поэтому в первую очередь этим занимаемся. Но также потом я покажу тех российских партнеров, с которыми мы сейчас взаимодействуем. То есть это решение, оно реализовано уже для конкретных устройств российского производства. Здесь уже наши собственные разработки по выявлению зон, требующих поддержек при печати металлами для SLM-технологии. Мы тоже этот инструмент постоянно, можно так сказать, прокачиваем, чтобы улучшить результаты. И дальше, значит, показано, как эти поддержки проектируются и строятся. Мы сделали так, что мы определяем объем, который необходимо заполнить поддержками. То есть мы проектируем сначала объем, его модифицируем, то есть можем масштабировать разные части этого объема, перемещать их, вот как здесь, например, показано. А дальше мы этот объем заполняем в соответствии с необходимыми технологическими режимами, с слоем, требуемым необходимой структурой.
эта структура может быть абсолютно любой. Это как раз вот для нас это инструмент тоже функционального проектирования, оптимизации, потому что от поддержек иногда зависит в большей степени время и материал, который мы тратим на производственный цикл. Особенно время, потому что их же тоже нужно отрабатывать, эти поддержки. Значит, еще инструмент, который мы реализовали, это, можно сказать, онлайн-технологическая визуализация. То есть мы видим разбивку по слоям и всю штриховку и для поддержек, и для тела детали, так как это будет реализовано в процессе печати. И это все, ну, такая как бы анимация в реальном времени. Значит, мы постоянно, как я уже говорил, отрабатываем различные режимы, и здесь вот тоже контроль пересечения моделей поддержки для разных производителей принтеров, для разных материалов, все это меняется. Значит, для нас это тоже инструмент параметризации и улучшения качества печати. Значит, также мы экспериментируем с различной геометрией поддержек, в том числе даже используем и инструменты из технологии SLA, стереолитографии в виде деревьев. Значит, ну, это такое как бы наше пока поле для экспериментов. То, что используется при печати в жизни, как бы это вот такие структуры поддержек. Где-то мы что-то делали по аналогии с зарубежными производителями, поскольку мы эксплуатируем установки EOS, то как бы, значит, у нас вот есть опыт и понимание, как это там реализовано. Где-то мы что-то придумываем и пытаемся реализовать свое. Все, что мы пытаемся делать, мы пытаемся создать инструмент удобный для конечного пользователя. Делаем это через себя, через свой собственный фильтр. Значит, там где-то неудобно, мы сначала сами анализируем, потом отдаем нашим коллегам для анализа. И после этого реализуем уже, значит, в следующей версии программного обеспечения. И мы для себя как бы вот воспринимаем паттерны штриховок, стратегию заполнения слоя как некий тоже инструмент. Здесь, значит, я прошу ориентироваться. Это просто показано там многообразие этих паттернов. Это, значит, тут, в общем-то, боевых, там, только вот в середине там иногда используется этот паттерн, а так. Качество детали, качество структуры, качество поверхности, шероховатость очень сильно зависит от геометрии исполнения каждого слоя. Поэтому, значит, мы этому уделяем особое внимание. И также это является, ну, логично абсолютно, что это влияет на скорость печати, и тоже постоянно можно оптимизировать стратегию заполнения и отрисовки каждого слоя, чтобы сократить время работы сканатора. Также мы для себя выделяем вот некие инструменты фильтрации, которые позволяют ловить какие-то технологические несоответствия. Ну, вот показано здесь, как это на сегодняшний день выглядит. И инструмент интересный, который мы сейчас реализуем, это прогнозирование, визуализация шероховатости будущего изделия. Значит, безусловно, это инструмент, который обладает погрешностью. Значит, мы сейчас для отдельных материалов, для отдельных машин отрабатываем это, чтобы найти как бы постоянные те характеристики, которые будут давать сходимость. Но, тем не менее, это в первом приближении работает и позволяет. Это новый инструмент экспресс-анализа, когда мы можем за 10-15 минут увидеть картинку и возможные проблемы. Особенно это актуально с точки зрения каналов и сложных поверхностей. Там, где каналов много и геометрия их очень сложная. Ну вот здесь вот показано, да, как это выглядит, подкрашенная поверхности, где шероховатость будет выходить за диапазон указанных значений. Мы пытаемся отрабатывать все технологии. Значит, я хочу опять
акцентировать внимание на том, что в первую очередь мы лаборатория и вуз, и как бы то, что мы занимаемся, это исследование, но и поскольку все мы ориентированы сейчас на некую коммерциализацию и создание продукта адекватного, то значит, мы тоже в эту сторону смотрим, пытаемся работать для создавать инструменты для разных технологий, в том числе и для технологий стереолитографии, особенно в части построения поддержек для для печати по этой технологии, для сложной геометрии. Есть актуальные задачи, когда поддержки строятся некорректно. Мы пытаемся это сделать автоматически и ручные режимы тоже сделать удобными для оператора, чтобы сократить время его работы и качество печати, чтобы на выходе было лучше. И то, к чему я вот подводил, я хотел показать, значит, новое, ну, видение, в первую очередь, мое и моих коллег, которые со мной все это делают, это новые инструменты функционального проектирования. Там, где мы можем, например, получать геометрию вообще без конструкторской работы, когда мы можем параметрически задать эту геометрию и на этапе технологической подготовки слоями получить конечную геометрию для печати. И мы как бы, ну, уже это отрабатываем. Вы можете увидеть напечатанные изделия. Это теплообменник вверху и пламя-преградитель внизу. То есть это вот то, что нам удалось реализовать с помощью такого подхода. А теперь, наверное, самое приятное, что мы не можем двигаться сами. Значит, очень важно, чтобы были промышленные партнеры, и мы их за последние несколько лет смогли найти. Вот очень радостно сказать, что прямо здесь рядом стоит установка, которая работает полностью на нашем решении прямо в данный момент. И это коллеги, наши партнеры, с которыми мы добились наибольших успехов. Можно посмотреть и взять там нашу листовку тоже. Мы работаем с коллегами компании «Русский инженер», «Русские машины», которые делают, они тоже там чуть-чуть дальше находятся, которые делают российскую SLS-машину для печати порошковыми материалами, не металлическими. Значит, тоже нам удалось создать удобный инструмент для технолога, для пользователя этой машины. Значит, есть фирма LAR Technology в Санкт-Петербурге. Тоже, значит, мы с ними прошли некую дорогу и продолжаем проходить ее. Есть положительные результаты. То есть это работающая цепочка. И то, чтобы как бы нам еще больше не стоять на месте и развиваться, это наши внутренние научные проекты, когда актуализируются вопросы работы с керамикой, то есть разработки для биндержет устройств, когда необходимо порошки склеивать послойно. Значит, у нас есть испытательный стенд, и тоже наш продукт программный, он позволяет, абсолютно управляя любыми параметрами, проводить эксперименты и создавать образцы. Ну, я постарался как-то коротко, обзорно показать, чем мы занимаемся. Хочу сказать, что, наверное, только вместе, совместными усилиями можно создать новые какие-то предпосылки для развития рынка. Поэтому я надеюсь, что мы вместе это и сделаем. Спасибо большое за внимание.